Спасти маму у Виктории Лагер из поселка Северный, что у самой линии соприкосновения, онкология. Женщина перенесла сложную операцию. Ее многодетная семья собирает по копейке на лечение мамы. Историю продолжат корреспонденты событий. Уже больше года в доме семьи Лагер полумрак, на окнах деревянные щиты. Это защита от осколков. Рядом передовая, и взрывы слышны здесь постоянно. До Майорска тут 3 километра, до Зайцева 5 километров. Все мы слышим, иногда видим, через нас летает. В 2014-м младший сын Илья едва успел прибежать домой. Он до сих пор вздрагивает от громких звуков. Потому что страшно сильно. Проехала машина и взорвался мост. Все никто не ожидал. Представьте, все было мирно, и тут тебе мы сами присели. За 2 года жить в такой обстановке привыкли. Дочки Насти и Лены выводят на пастбище коз. Ее зовут Катька. И она очень полезная, дает молоко. Вот только после каждого обстрела молока животное дает все меньше. Чтобы прокормиться, выращивают огород. Ведь денег на еду нет. Все до копейки тратят на лечение матери Виктории. У женщины онкология. Опухоль была как бы не мертвая, а 10-я часть клетки была живая. И в этой 10-й части оказался рак. Врачи удалили ей щитовидную железу, но остались раковые клетки. Срочно нужна йодотерапия. Чтобы собрать деньги на дорогостоящую процедуру, Евгений каждый день спускается в шахту. Это единственное предприятие, которое еще работает в поселке. Но вскоре закроют и его. Объявили, что будет сокращение. И, скорее всего, могут даже сократить. Катастрофа. В 2 словах. Просто катастрофа. Единственную стабильную поддержку многодетная семья получает от гуманитарного штаба Рената Ахметова. Наборы выживания в поселок доставляют регулярно. Мы сегодня привезли 900 наборов. Здесь очень много многодетных семей. Здесь очень много детей. Также есть у нас одинокие мамы. Евгений Лагер получает сразу 5 продуктовых пакетов. В руках их не унести. Добирается домой на велосипеде. Там его уже заждались родные. Это помощь, большое подспорье для семьи. Она помогает нам выжить. Если бы не она, мы, я не знаю, как бы мы выживали. Такую семью, как у нас, эти копейки, что я зарабатываю, это копейки, я считаю, сейчас. Системную помощь штаб Рената Ахметова оказывает пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям и родителям-одиночкам по обе стороны линии соприкосновения. Ренат Леонидович Ахметов, большое вам спасибо за оказание вашей помощи. Без вашей помощи мы бы просто не выжили. Уже выдано 10 100 000 наборов выживания. Спасено более 1 000 000 человеческих жизней. Оксана Корчмар, Ростислав Сысоев, Владимир Конопля. События. Канал Украина.